Всем привет, друзья! Сегодня будет очень жарко, потому что с нами сегодня снова Злата. Она в предыдущем видео уже засветилась в красивом танце на закате, но на этот раз она подготовила танцевальный номер в стиле High Heels. Да. Расскажи, что это за стиль, как долго ты танцуешь в этом направлении и за что он тебе нравится. Всем привет! Этот стиль меня заинтересовал впервые 3 года назад. И потом, после прохождения классов и курсов, я начала его преподавать уже около года. Поэтому у меня целый поток и курсы девочек, которым тоже нравится этот стиль. Это танцы на каблуках, которые, в принципе, больше фокусированы на том, чтобы раскрепощать девушек изнутри, потому что это не только о хореографии, а больше о самоощущении и о том, как правильно себя воспринять, свое тело и контактировать с миром. Хорошо, тогда моей задачей будет все это красиво снять, а вашей оценить и прокомментировать. Для съемки я буду использовать экшн-камеру GoPro 10 со стабилизатором Inky Falcon. Ну что, ты готова? Да! Я тоже, тогда погнали. You know that I want you, so come a little closer. Yeah, we could take it slow here. Yeah, come a little closer. I wanna get to know you. Yeah, everything about you, you've been driving me crazy. Yeah, you know that I want you. You know that I want you, so come a little closer. Yeah, we could take it slow here. Yeah, come a little closer. I wanna get to know you. Yeah, everything about you, you've been driving me crazy.